Сегодня в лесхозе из запланированного на эту весну объема осталось посадить несколько сотен саженцев ивы пурпурной. С задачей легко справятся тракторист и двое рабочих. Стройный ряд саженцев получается всего за несколько минут. За час можно посадить до гектара насаждений. Но это если хорошие условия посадки, разделана земля. Есть, конечно, эта машина предназначена для посадки либо в борозды, которые делаются лесным плугом, либо если подготовленный участок поля, питомника. Конечно, вручную такие объемы в лесхозе уже давно не сажают. До этого, верой и правдой, здесь служила специальная машина, собранная еще в Советском Союзе. По ее образцу и сделан новый агрегат. Правда, теперь конструкцию модернизировали и улучшили. Ну, сейчас она стала удобная, функциональная. Не то, что как раньше было неудобная. Ну, много проблем было. Уже не трясет так, как раньше. Как устойчивая более такая стала. Лесхозу машину передали безвозмездно. Ведь то, что делают лесоводы, нужно не только им. Нужно всем, кто хочет жить на зеленой планете и дышать чистым воздухом. Елена Голотовская, Игорь Доценко. «Такой день» на Мире Белогорья.